Это изичный какой-то босс. Да просто одну кнопку жми, это консоли. Одну кнопку нажимаешь, выигрываешь. Press X to win. Слишком изи. Консольная казуальщина. Но босс-то изи. Ребят, это же халява, а не босс. Ага. Я понял тебя. На! На! А чё так мало бьёт? Чё-то я с руки вообще не алё. Почему моё кунг-фу сильнее твоего? Применяй кунг-фу только в самом крайнем случае. Не вижу. Да твою ж медь, ну... На этом юноши отрабатывают удары. Ну давай. Давай. Я не успел. Я хотел выстрелить в нужный момент. Захват. О, нифига себе! Ах ты скотина, а! А чё он? Может бэкстебать его? Да как? Да... Очень четко. Нет, нет! Сзади еще пришел. Двое! Ну трое, четверо, блин! Живи! Таргет сними. Нет, таргет не сними. Сними таргет! Беги, ты, господи! Сзади! Твою уж так, 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 так. Нет! Да. Я тебя запомнил. Ты же знаешь, что оранжевое здоровье восстанавливается, если ты убьешь противника. Нет. Я думал, что оранжевое пишется через Е. Ну, меня рыки вот эти вот настораживают. Ай, нет! Пока еще не было ни одной смерти от гравитации, поэтому... Да ладно, а ты-то откуда? Вообще не очень. Вообще не очень, ребят. Мой урон нулевой. У меня стик в разные стороны сейчас. Спокойно. Оп. О, репостик! Вот это да! Анклав во мне проснулся, я уворачивался. Вот видит бог, я уворачивался. Нет, а второй, откуда его не было? Блин, пей, Вася, пей! Пей, два раза, пей и катись. Катись колбаской вообще отсюда нафиг. Выстреляй. Не так, все плохо. Отжирайся. Нет! Как? Откуда? Да ты... Да... Ой, там собака же еще, блин! Нет, пей! Нет, хила, блин! Нет, хила, и тут ты там! Да пес! Достал ты меня! И там еще стрелок! Так, все, собрался. Оп! Да как так? Я стрельну уже! Я хотел выстрелить! Таргет убери! Скотина! Твою ж медь! Ну вот какого хрена ты сам поставил таргет-то после этого на пса-то ненужного абсолютно, блин! Как же мне это бесит-то вообще! Я не ставил таргета на пса! Как я говорю? Так убери в опциях. Так откуда я сейчас знал, что он там в опциях? А зубы-то нормальные у него. Да пей ты! Оп! Да как попал-то? Press X to win, все. И проблема, это же не босс, это недоразумение какое-то. Да ладно, я понял. Да давай уже, я покажу тебе как надо. Уносите этого босса. Слишком изи. Давай тогда так. Вообще хорош. Ооо, вечеринка! Не, нельзя, мало! Еще не знаю, жму X. Альфред вообще ничего не может. Нет!
Хил. Нет, нет, нет. Хил. Нет. Да. Да. Да хорош, там осталось-то пара ударов. Ну, нет. Один удар, один удар. Пожадничал. Я не знал, что он еще взрывается, блин. Вообще осталось такие. Красиво. Да, да, да. Да, скотина. Сейчас третьего раза будет, ну, четвертого получается. Давай. Да как... Господи, Грейди, все пушки подряд. Каким макаром я в тюрьме? Я уйти отсюда никуда не могу. Так аккуратненько. Поломал игру, кажись, опять, Михаил. Так, только не попадись сам под удар. Тихо, 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 тихо. Тихо, хорош пинаться. Да! Да она там бежит. 10 метров, оказывается, перед тем, как схватить. То есть надо реально уклоняться в... Вставай, свинья. Про... Да... Блин, да... Конечно! Твою! Я ненавижу этот стик. Я вот этот стик ненавижу. Ты его... Хорошо, что я в Dark Souls играл на клавиатуре с мышкой. Это реально удобней. Спасибо за то, что смотрели. Увидимся с вами, надеюсь, что завтра.